Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Маугли здесь, это GTA Online. И сегодня мы будем обозревать новую тачку, которая появилась у нас. Она называется Минивэн, по-моему. Но мы посмотрим ее чуть позже. А начнем с того, что для того, чтобы купить мне новую тачку, мне понадобился новый дом. В моем прошлом гараже закончилось место, а продавать тачки оттуда я не хочу. Они мне все нравятся, и пусть они там остаются. Я подумал, что нам нужен новый гараж. Можно было бы, конечно, купить еще одну квартиру в том же самом доме. Два гаража были бы рядом, но я подумал, что я всегда мечтал о большом отдельном домике. Вдалеке от суеты, вдалеке от шума, хотя здесь тоже ездят машины все-таки. Но неважно. В общем, это у нас дом на сваях, который находится вот в таком вот живописном месте. Из него открывается прекрасный вид на Лос-Сантос. И давайте сейчас я вам проведу небольшую экскурсию по нашему новому дому. Вот так вот он выглядит, очень красиво. Рядом, смотрите, чуть ли не замки какие-то, супер особняки стоят. Все, как говорится, по красоте душевной. Все очень дорого. Этот дом обошелся мне в 800 тысяч долларов. Можно было купить, конечно, гараж просто за 135, по-моему, было. Но он дороже денег же, да? Смотрите, вот такая кухня. В общем, кухня, в общем-то, стандартная. Здесь вот плита, нож, никогда ничего наш главный герой, наша главная героиня не готовит. Айфон, вставленный в базу. По-моему, он вставлен куда-то на весы, на какие-то. По-моему, это электронные весы. Все, в общем-то, обычно. Здесь небольшая обеденная группа стоит с апельсинами. Камин. Смотрите, очень красивый камин. Также у нас здесь есть такие вот полотна. Произведение искусства. Я думаю, что куплены за большие деньги. И вот здесь вот у нас гостиная, где мы можем принимать гостей. Здесь сидеть, смотреть телек. Хотя мы его смотреть не будем. Телек мы не особо не смотрим. В общем-то, подзорная труба, балкон, на который, к сожалению, нельзя выйти. И вот такой вот прекрасный вид на спокойные места Лос-Сантоса. Здесь действительно спокойно, не шумно, кипиша нет, взрывов не слышно. Вот. Ну, в общем-то, смотрите. Да, вот такой вот домик. В чем еще плюс этого домика? Не знаю, насколько это плюс, но мне всегда хотелось, чтобы в моем доме было несколько этажей. Здесь этажи идут не наверх, а они идут у нас вниз, потому что дом на сваях. И первое, что сразу бросается в глаза, это вот такой вот искусственный водопад, который протекает через весь дом. Все выглядит очень красиво, очень модно, очень современно. И вот такие вот произведения искусства, здесь какие-то полотна на стенах. Заходим сюда, здесь у нас спальная комната. Вот такая вот интересная мандариновая ферма. Я не знаю, это мандарины или что, это физалии растут у нас. Здесь, может быть, они, конечно, искусственные, ну да ладно, выглядят как настоящая спальня. Как обычно, у нас гардероб не очень-то большой, кстати. И ванная комната. Ванная комната, опять же, с искусственным водопадом. И здесь ванная, которой воспользоваться нельзя, и душ, который можно принимать один раз в сутки. Зубы бы почистить, но как-то не продумали это. Ватные палочки вон есть, если вдруг в ушах поговорятся надо, или косметику какую-то смыть. Вот такой вот туалет и ванная. Давайте пойдем дальше. И там есть еще один этаж. Немножечко пробежимся по нашему новому дому. Да, вот так, смотрите. Все это... Центральная ось здесь проходит. Стоит огромная прочная балка, которая поддерживает всю эту конструкцию. С лестницами и так далее. Здесь у нас стеллаж с книгами. Небольшое кресло для релаксации. Какие-то вон тоже там этнические прибамбасы. Стойка с сувенирами. И... Смотрите, вот она наша комната для планирования ограблений. Все, в общем-то, стандартно. Единственная же нестандартная вещь в этом доме — это расположение комнат, что они находятся в вертикальной плоскости. И таким образом нам придется побегать немножечко по лестницам. Но ничего, сил у нас много. Наша героиня в самом расцвете сил. Давайте уже перейдем к покупке нашего нового автомобиля. Он, конечно, опять у нас будет понтовый, лоурайдерский. Для этого мы перейдем с вами в интернет и найдем мастерскую Бенни. Смотрите, ассортимент пополнился новым автомобилем. Vapid Mini... Что он называется? Минивэн. Да, написано как будто Миннен. Но это Минивэн. Стоит он 30 тысяч баксов, но вы должны понимать, что мы же будем его тюнинговать. Вот такой пример заказной работы нам показывают.
Не знаю, будет ли у нас такая именно раскраска с черепами, с какими-то непонятными лицами или что-то другое. Это мы узнаем уже у Бенни. А пока что мы давайте купим, выберем, наверное, черный возьмем, а может белый. Я вот не помню, можем ли мы красить его сначала в один цвет, а потом накладывать на него другие цвета. Потому что, допустим, в прошлый раз, когда мы с вами тестировали вот этот вот торнадо, действительно, за счет того, что я изначально взял машину черного цвета, покраска на ней вот эта неоновая такая синенькая, цвета индиго даже, можно сказать, смотрелась очень круто. Если бы был другой цвет, допустим, белый или какой-то другой, было бы не так здорово. Поэтому давайте возьмем машину белого цвета. У нас белых машин пока еще нет никаких. Так, выбрать недвижимость, да, мы хотим Wild Oats Drive, 3655. Ребят, запоминайте адрес, приезжайте в гости, заезжайте на огонек, буду рад вас всех увидеть. Что, у нас машина куплена? Ваше новое транспортное средство в скором времени прибудет и доставлено будет в ваш гараж. Ладно, пойдем в гараж, прогуляемся. Гараж здесь вполне стандартный, как, в общем-то, и в нашей квартире, на 10 машин. Для того, чтобы попасть в него, нам нужно выйти на улицу. Смотрите, здесь немножко по-другому все сделано. То есть мы не можем из квартиры сразу попасть в гараж. Нам обязательно нужно выйти на улицу и уже, можно сказать, на своих двоих дойти до него. Денег у нас становится все меньше и меньше. Я надеюсь, что кто-нибудь подкинет нам денег. Ребят, милости просим, если у кого-то денег много, пожалуйста, подкидывайте. Потому что, как вы видите, все деньги идут не на наслаждение, не на развлечение, а идут на то, чтобы снимать интересный контент для наших новых серий. Ну что, будем ждать, пока машина прибудет. А вот и наш новенький, блестящий, красивый минивэн. Сама по себе машина, я думаю, полный отстой. Нормальная машина 30 тысяч долларов стоить не будет. Но мы попробуем сейчас его с вами немножечко прокачать и посмотрим, что за конфетку из него можно будет сделать. Самое интересное, что сколько денег мы потратим на него. Так, а тем временем мы с вами отправляемся к Бенни, в мастерскую Бенни, где как раз и будем творить чудеса кузовной работы вот с этим вот автомобилем. Едет, конечно, но более-менее еще, кстати, управляется, скорости практически нет никакой. В сессии у нас довольно-таки спокойно, хотя идет здесь какая-то и охота за головами, и ребята еще тут бегают, стреляют друг в друга, но нас вроде не трогают, и за это большое спасибо. Так, тихо. Приезжаем. Ни одного русского сообщения в чате я не видел, значит, здесь у нас ребята иностранного происхождения. Играют, общаются. Надеюсь, мы не напоримся ни на кого, потому что самое что интересное бывает. Ты покупаешь новую тачку, едешь делать тюнинг для нее, снимаешь это дело для канала, и тут появляется какой-нибудь выродок и взрывает тебя к чертям собачьим. И тебе приходится возвращаться назад, оформлять страховой случай. Так, он на дороге там. Два каких-то потенциально опасных человека. Нам бы главное сейчас в целости и сохранности доехать до мастерской. А там уже трынь трава. Так, тихо. Проезжай мимо, правильно. На гелике пролетел. И один у нас в пассивном режиме. Да, приходится вот так вот смотреть за ними, следить. Чтобы, не дай бог, они не отмочили чего такого. Сама машина у нас стоит 30 тысяч, но я думаю, что модификация для нее будет стоить тысяч, я не знаю, 600, наверное, как у нас было с торнадо. Это было что-то невообразимое, конечно. Реально, просто чтобы у нас появилась возможность ее кастомизировать, нам пришлось заплатить фиговую тучу денег. И в общей сложности нам машина вылилась. Ну, вы видели, это у нас была серия, было сколько там, 850 тысяч у нас ушло только на тюнинг. Так, давай-ка заезжаем. Вот, отлично. Что я могу сделать для тебя? Vapid Minivan. Ага, модификация, мы его не разбили, кстати, нам даже это удалось сделать. 330 тысяч, ну не так-то много, в принципе. Я думаю, что, конечно, мы берем. Давайте. Воу, сразу закачалось, да. Вот теперь мы что-то можем с ней сделать. Давайте, как всегда, мы будем сейчас. Так, давайте запомним, сколько у нас. 12 миллионов 319 тысяч, короче говоря. Ну, пусть будет 300. 12 миллионов 320 тысяч. Вот так запомним, там плюс-минус. Броня у нас 7,5, по-моему, стоила.
Ну что, поехали. Сразу сейчас будем все делать. Тормоза полуспортивные. Двигатель. Блок цилиндров. Я не буду это делать. Это стоит бешеных денег, честно говоря. Хотя, в принципе... Да, у нас нет задачи... У нас нет задачи сделать самый дорогой тюнинг. Вообще реально нет задачи. Ее нужно делать, когда у меня будет там сотый уровень, к примеру, персонажа. Мы не будем этого делать. Я не вижу смысла ставить вот такие вот хреновины сюда под капот. Так, это у нас здесь все это фильтры. Понятно, настройки двигателя. Вот на двигатель мы сделаем себе немножечко. Так, следующий у нас открывается с 60 уровня. До этого еще нам далеко. Давай, глушитель смотрим. Стандартный или вот такой вот сдвоенный титановый. Да, возьмем вот такой сдвоенный титановый. Выглядит он круто. Дальше взрывчатка не нужна, решетка радиатора. Что у нас там есть? Ага, вот такая есть черная стандартная и вычурная решетка. Мне, честно говоря, нравится вот такая вот стандартная. Если что, поменяем, посмотрим, в зависимости от того, какой у нас будет дизайн. Клаксон, да? Клаксон. С повтором у нас, по-моему, уже есть такие. А, ни один не нравится. Давайте посмотрим, что вот здесь может быть. Музыкальный классический. Вот это прикольно. Давайте вот такой купим. Неплохо, неплохо. Так, дальше гидравлика. Что у нас здесь? Ага, гидравлику, конечно, нам придется ставить 4 в ряд для того, чтобы у нас машина поднималась и опускалась максимально. Ну, 250 косарей придется на это потратить. Окей. Так, салон, вот это уже пошло интересно. Обивка, смотрим, что у нас здесь. Нет, обивку мы будем делать, когда мы с вами покрасим. Да, это мое убеждение, что нужно делать именно таким образом. Весь багажник этого минивэна, этого... Да, маленького... вагончика нам пришлось занять вот этой гидравликой. То есть картошку мы здесь уже возить не сможем с вами на дачу или с дачи. Так, раскраска. Ну что, давай поехали с раскраски начнем. Мое убеждение, что под дизайн нужно, под дизайн внешний нужно подбирать уже дизайн внутренний. Так, полоса. Смотрим, что у нас есть. Вот есть такая штука. Есть вот такие вот узорчики. На белом смотрится не очень, как дешевая какая-то японская тачка. Так, синий лабиринт. О, вот это мне нравится. А вот если бы она еще была красного цвета, мне кажется, было бы вообще супер. Несокрушимый! Все, да, это вот вся раскраска, которая нам доступна. То есть, в принципе, мне честно говоря, нравится вот такая вот раскраска. Но брутальнее выглядит, конечно, вот этот вот арт с черепами Сан-Андреас. Череп в кепке Сан-Андреас. Что-то мне подсказывает, что большинство игроков будут именно такую вот и покупать. Черный такой вот гангстерский минивэн будет. Я бы взял вот такой вот. Но проблема в том, что окраска идет не на всю машину, она идет только на капот. Соответственно, весь зад остается просто белым и не очень-то и красивым, честно говоря. Потому что, смотрите, огромный багажник здесь. Он ничем не занят, ничем не покрыт. Поэтому, ну, давайте, может быть, такую сделаем. Я даже не знаю, что и делать. Так, окраска. Окраску, кстати, мы можем поменять. Основной цвет. Давайте посмотрим. Если мы сделаем, допустим, металлик вот такой вот, и на него захреначим. Ага, у нас он недоступен. У нас будет только... если мы сделаем турбостарты. Ладно, посмотрим, что у нас металлик есть. Ярко-пурпурный, тихо-тихо, главное не купить. А вот у нас ледяной белый, кстати, он уже покрашен. Так, перламутр. Если мы возьмем перламутр, а сможем мы потом на него... Хотя он вообще не меняет, да? Так, а что... Как же там нужно сделать? То есть мы, по-моему... А, мы должны поставить металлик, а потом уже на него... По идее, перламутр должен накладываться на металлик, насколько я понимаю. А, он накладывается. Кстати, на наш белый металлик накладывается перламутр, но его не видно практически. Давай посмотрим, может быть, вот, конечно, темный красный такой был, очень-очень красивый цвет. Но он у нас заблокирован. Так, стоп. Давайте снизу опять пойдем. Вот я бы раскрасил его вот в такой цвет. Да, это крутой цвет, видно красный, но он у нас недоступен. А доступны у нас следующие цвета. Давайте сделаем все-таки, не будем делать черепа, потому что, ну, блин... Как-то это слишком, не знаю, по-мультяшному, что ли, смотрится. Несерьезно, мы же серьезные люди с вами.
сделаем вот это пламя, но пламя у нас желтого цвета, значит, нам машина нужна, я думаю, красного какого-то, ярко-красного цвета. На ней будут очень хорошо смотреться эти черепа. А не черепа, в смысле пламя. В крайнем случае мы всегда можем перекрасить. Вот красный, вот такой вот красный есть, темный. Есть гранатовый, он немножко бледнее. Мне нравится вот такой вот красный грейс. Давайте купим, в принципе, если что, перекрасить сможем. А что у нас, кстати, с перламутром? Можем мы сделать перламутр еще? Отлив. Отлив можем сделать. Ага, он весь почти весь заблокирован. Только вот есть ярко-пурпурный мы можем сделать. Да-да-да, прикольно. Мне кажется, очень круто смотрится таким с розовым отливом. Или еще что у нас есть? Фиолетовый. Давайте сделаем вот такой. Мне кажется, будет очень круто. 20 тысяч он стоит. Так, и смотрим теперь, где же у нас здесь была раскраска. Вот она здесь, раскраска. Вот, смотри. Мне кажется, выглядит очень жестко. Очень жестко. Мне нравится, честно говоря. Мне нравится. Давайте возьмем Ореол Славы. Стоит он вообще, кстати, мало. Стоит реально очень мало. Ну, даже вот такая раскраска неплохо, кстати, неплохо выглядит. На этом красном газу посмотрим, что еще у нас здесь есть. Нет, эти полосы нам вообще не вкатывают. А вот так, смотри, черепа. А вот так вот черепа выглядят очень даже неплохо, кстати, ребят. Очень даже неплохо. Они не выглядят вот так позорно, просто черно-бело. Как будто машина грязная. Ну, что сделаем? Оставим вот так или сделаем вот такую вот тачку? Я даже не знаю. Мне больше нравится вот такая модификация. Она выглядит... Выглядит как гоночно. Гоночно выглядит. А это выглядит более стильно. С черепами. Немножко поменялось мое мнение об этой раскраске после того, как мы нанесли основной цвет. Вот такой красный с розовым отливом. Несокрушимый. Этот или этот? Этот или этот? Давайте, давайте сделаем вот этот. Да. Вот так. Неплохо, неплохо, мне кажется, будет. Ну, а теперь уже можно перейти к салону и сделать у нас салон в таком стиле. Что-то у нас пищит такое, а? Бенни, это у тебя там? Дизайн обивки. Поехали. Вот, смотри-ка, есть вот такая красненькая. Прикольно, выглядит круто. Есть вот такая вот. Нет, мне не очень это нравится. Черная, черная больше нравится. Потому что если все у нас будет красное, будет все сливаться. Заказной основной цвет. Давайте сделаем вот такой заказной. 38 тысяч он стоит. Пойдет. Цвет обивки. Поехали. Цвет обивки. Ага. Цвет обивки у нас тачки будет. У нас машина, поскольку вот такого вот с розовым отливом. Мне кажется, будет прикольно, если мы сделаем вот такой ярко-пурпурный. Ну-ка. Давайте вернемся. Нет, 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 нет. Выглядит. Что-то выглядит как-то не очень, по-моему. Или нормально. Нет, выглядит не очень. Давайте черный. Он слишком светлый получается. Я не хочу покидать. Так, салон, обивка, цвет обивки. Поехали. Давайте сделаем черный. Прям очень-очень-очень черный. Насколько черный есть, такой и возьмем. Вот что это сейчас было. Или вот тоже полуночно-синий. Видите, мы не можем посмотреть до тех пор, пока мы не выйдем. А вид от третьего лица мы можем, кстати, сделать. А, вот, смотри-ка, вот так вот. Вот так вот будет лучше. Желтый тоже неплохо, кстати, смотрится. Оранжевый, нормалек. Но вот так, во-во-во, смотри, винно-красный. Что, он доступен? Вот, винно-красный. Что у нас еще здесь есть? Вот такой каберне. Нет-нет-нет, не подходит. Так, мы листаем-листаем. Нет, давайте винно-красный. Мне кажется, самое идеальное здесь цвет. Вот такой. Он как бы и черный, но и при этом не черный. Он такой темный-темный-темный. Прикольно. Он очень подходит под наш дизайн. Так, цвет обивки, дизайн обивки сделали. Украшения. Поехали. Фигурки. Фигурки. Ну, здесь сам бог велел череп поставить. С костями. Где у нас смерть какая-то была, да? Смерть вот такая. Или... Смерть у нас, по-моему, где-то уже есть. Смерть с косой. Возьмем ее. Окей, индикаторы, поехали. Так, гонщик. Смотрим, смотрим, это слишком бледно. Давайте, давайте, раз у нас черепная тема пошла. Череп-негатив пусть будет у нас. А есть череп еще вот такой, нет. Череп-негатив выглядит клево. Дальше, двери, смотрим.
О, ты посмотри, дверные колонки Xtreme, 14 штук. Огромное количество здесь пищалок, да куда их столько-то вообще? Да они реально не нужны. Вот, в принципе, да это уродство, реально, это выглядит по уродству. Куча глаз как будто таких. Давайте сделаем вот такой вот. Улучшенные дверные колонки. Все, нормально пойдет. Сиденья, смотрим, заказные. Ох, смотри-ка, заказные кожаные сиденья или вот такие стандартные. Да, как заказные, конечно, возьмем. Пойдет, рули. Так, здесь нужно какой-то руль в тему подобрать. Не хочется делать его вот такой жесткий. Может быть, я бы взял даже что-то помягче. А это вот стандартный руль, кстати, у нас. Металлический, с металликом. Мне по дизайну, честно говоря, не очень нравятся металлические рули. Цепь такую вот тоже я брать не хочу. Ну, как этим можно рулить? Это, не знаю, это металлисты какие-то могут, может быть, поставить себе такой руль. Давайте руль оставим стандартный. Мне почему-то нравится стандартный руль здесь. Мягкие, удобные рычаги передач. Ага, вот здесь вот точно нам черепушка, давайте. Череп. Череп с сигарой. Череп в каске. Череп в короне. Хорошо, у нас просто, давайте просто будет черепушка. Круто! Он называется. Таблички. Угу. Табличку мы сейчас сделаем с вами неоновую обязательно. Ну, поскольку мы у Бенни прокачиваемся, можно, в принципе, вот такую Бенни Ориджин сделать. Что еще? И сайт есть. Magnetics. Вагос. Нет. Давайте возьмем San Andreas. Или Magnetics. Или что это здесь? Low Santos, нижний Santos. И сайт. Давайте возьмем вот такой Magnetics. Пусть будет. Я не знаю, что это за бренд такой. Цвет панелей. Цвет панелей мы сейчас с вами возьмем. Красный такой. Давайте возьмем. Красный. Он должен сочетаться с нашим винным цветом. Так, очень много-много цветов здесь. Давайте возьмем что-то вот такое, да. Вот такой темно-красный. Так, что это красный, тарина, красная формула. Лиловый, красный. Вот, сейчас выберем. Да, вот просто красный. Красный тарина возьмем. Так, пойдет. Дальше, так, с салоном мы, по-моему, закончили. Да, цвет панелей, фары, конечно же. Фары, ксеноновые фары. Это мы берем. Неоновые наборы. Вот это интересно, расположение неоновых трубок полностью. Цвет неона мы возьмем сейчас. Так, давайте масштаб немножечко сделаем поменьше. Так. У нас, значит, машина таких красных цветов, значит, и подсветочка должна быть розовая. Розовый пони, так, черный цвет, ярко-розовый вот такой есть. Оранжевый. Так, смотрим. Где розовый пони был? Вот, розовый пони, красный, ярко-розовый. Возьмем ярко-розовый, у нас же машина яркая. Вот так вот пусть будет. Отлично. С этим разобрались, раскраска мы это уже делали. Да. Предотвращение ущерба крашено у нас, конечно же, полное покрытие, номерные знаки. Угу. Держатель для знака давайте выберем. Что с черепами у нас здесь есть? По-моему, что-то с черепами было, да. Ну, ладно, раз у нас такая вот тачка. Окей. Заказной номер, конечно же. Так, Magnetics нет, нам не нужен, а вот номерной знак. Где у нас желтый? Так, смотри, какие варианты есть. Желтый на черном. Желтый на черном, конечно же. Пойдет. Так, номер. А как же нам, погоди. Заказной номер, а где наш номер-то? Наш номер должен быть где-то здесь. Но! Не понял. А почему? Я не понимаю. Почему у нас нет нашего стандартного номера? Это интересно. Номерной знак. Очень странно, почему нам такой номер здесь выдают. Не понимаю. Может быть, потому что он, ну, в другом гараже стоит, но с другой стороны. С чего бы вдруг? Так, окраска мы уже смотрели. Крыша, поедем смотреть, что это за крыша. Рейлинги здесь на крыше можно сделать. Вот такие вот рейлинги. Перекладины крыши и рейлинги хромированные. Хромированным мне что-то не очень нравится хромированные. Сделаем просто рейлинги на крыше. У нас металлических таких блестящих элементов здесь нет, поэтому зачем, в принципе, спойлер на крыше поставим, да, обязательно.
стоит, тем более он копейки. Трансмиссия у нас бонус партии, наверное, больше пока что мы не заслужили. Багажник. Багажник мы можем с вами поставить. О, смотри-ка, а какая красотень. То есть мы его, по крайней мере, можем чем-то заполнить. Что он самый дорогой. Охренеть, ты посмотри. Что это? Это концерты можно проводить. Но если такую штуку сделать, тогда не видно ничего будет. В зеркало заднего вида. Я еще о практичности думаю. Роскошный сабвуфер. Такие круглые колоночки есть. Неоновые причем. Давайте возьмем вот такой. Да, отлично, пойдет. Багажник турбонаду. Турботюнинг у нас здесь не работает. Так, колеса, поехали. Колеса заказное от Бенни. Смотрим, что мы сюда можем поставить. Так, 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 так. Кельтские кресты. Вот колеса почему-то не добавляют новые. Ничего. Ничего не добавляют. И это очень странно. Хотя тачки выходят новые. А вот колес никаких. В принципе, мне нравится вот Mighty Star, вот такая хромированная. Доллары, конечно, слишком вычурно. Не знаю. Давайте возьмем Mighty Star. Вот так вот, хромированный, обязательно. Вот так, так, смотрим. Это у нас заказанный, кстати, цвет колес. Сплав мы можем сделать здесь. Давайте возьмем что-то васильковый. Васильковый цвет. Полночно-фиолетовый. Пойдет. Он подходит сюда. Шины. Дизайн шин. Обычные покрышки. Атомик. Атомик. Ты же не знаю, в принципе, ничего не меняется. Мне кажется, это лишние будут надписи здесь. Машина у нас не гоночная явно. Пулестойкие покрышки берем. Дым от покрышек. Вот это интересно. Ну раз у нас фиолет, давайте фиолетовый дым сделаем. Или мы можем сделать розовый дым. Сделаем фиолетовый, фиолетовый он темней. Вот так, отлично. Тебе очень странно, когда машина начинает газовать и вылетает вот тут такой светлый дым. Мне кажется, это как-то выглядит очень странно. Стекла осталось у нас сделать слабое затемнение. Давайте сделаем среднее затемнение. Тачка у нас типа модная. пусть нас никто не видит, кто здесь едет. Ну, в общем-то, все. Мы с вами прошлись по всем параметрам этого автомобиля. Мы прокачали то, что мы могли прокачать. Ну, в общем, вот такой вот результат у нас появился. Получился. Попробую сейчас поездить. Я вот единственное не пойму, почему у меня такие проблемы с этим номерным знаком. Потому что реально там должно быть написано мое имя. И во всех остальных тачках у нас именно так и происходит. Но здесь почему-то такого варианта даже нет. Не знаю, я разберусь обязательно с этим. Обязательно с этим разберусь. Так, а мне номер, не знаю, какой у нас стоит. У нас с черепами. Нет, мне он не очень нравится. Вот этот мне больше нравится. Пылающий череп. Возьмем его. Ну да-да-да, не меняется у нас надпись на номерном знаке. Ну и ладно, неважно. Ну что, выходим. Выходим, наверное, отсюда и поедем сейчас, поездим немножко на этой тачке. Просто посмотрим, как она теперь себя будет вести. Вот так вот наша тачка выглядит на улице. Честно говоря, диски мне не очень нравятся. Они какие-то слишком светлые. Надо было просто черные какие-то взять, я не знаю. Но, по-моему, там, не знаю, насколько меняется, конечно, у них цвет именно самих дисков. Ладно, смотрим, что у нас, как всегда, поскольку у нас здесь стоит крутая подвеска, мы можем с вами прыгать, в общем-то. Чем круче подвеска, тем выше прыгает машина. Да, это мы уже усвоили. Вот так она может прыгать, или может прыгать на задницу. Или может прыгать на задницу вот таким вот образом. Да, естественно, мы можем ее поднять. Так, мы можем подпрыгнуть на ней. Можем поднять, наклонить, допустим, вперед. Но! Давай, я не понял. Что-то она не хочет наклоняться. А, да, и нам нужно сделать вот так. Наклонить, допустим, вперед. Не самая высокая, конечно, у нее посадка получается. Даже при вот этой вот подвеске, крутой гидравлике. Но все же, можем ездить так. Можем просто ее посадить вниз. Так, давай, опускайся.
общем, так вот она выглядит, эта тачка. Так, 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 так. Жалко, что, конечно, сейчас день, то есть вот ночью она выглядела бы очень-очень-очень достойно, я думаю. Как раз бы вся была у нас здесь подсветка, весь от него был бы виден очень хорошо. Я предлагаю пока что отправиться в наш новый дом и там уже дождаться ночи. И, соответственно, посмотреть, как эта машина будет выглядеть при свете луны. А вот и ночь опустилась на Лос-Сантос, и теперь мы сможем посмотреть на нашу малышку при всей ее красе. Я сразу скажу, что я поменял колеса, мне не очень нравятся, честно говоря, вот такие хромированные диски. Поставил диски черные, и также мы с вами сменили цвет неона. Он у нас был по умолчанию стоял фиолетовым, но выглядел немножко коряво. Поэтому я поставил красный, вот такой вот, что теперь очень хорошо сочетается вот с этой неоновой подсветкой нашей крутой акустической системы, которая стоит у нас в багажнике. Да, и, кстати, она длится у нас, смотрите. Здесь мы сделаем от первого лица вид, мы увидим. Так, смотри, вниз мы не можем посмотреть, к сожалению, но, в общем-то, вот, смотрите, видите, да, что вот эти вот круги, вот неоновая подсветка, она идет практически через весь кузов, вот такими вот кругами. И я понял, что динамики, которые стоят у нас везде, и, по-моему, динамики на дверях не подсвечиваются, единственное. Но выглядит очень круто. Вот так наша тачка выглядит при свете ночи. Да, здесь главное, конечно же, не ее летные характеристики, если можно так выразиться, а ее внешний вид. То есть машина действительно отрабатывает свои вложенные деньги своим понтом, своими подсветками, своими неонами, акустическими системами, сабвуферами, я не знаю, гидравликой, которая, кстати, может поднимать вот так и опускать. В общем-то, и в этом как раз смысл вот этих машин, которые добавляют в обновлении GTA Online. Ну и думаю, что, в принципе, мы получили общее полное представление о том, что можно сделать с этой машиной. Поэтому копите деньги, зарабатывайте деньги и получайте от добрых друзей. Покупайте тачки, прокачивайте их, и пусть у вас будет очень крутой гараж. Я решил, что гараж в новом доме я буду использовать как раз для таких автомобилей из обновлений. То есть это тачки, на которых особо не поедешь, но которые очень понтовые, которые мы с вами будем снимать на канале. А на этом я закончу эту серию. Спасибо вам большое, что смотрели. Обязательно влепите лайк этому видео и подписывайтесь на канал. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова!